трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 1 июля вступят в силу новые меры поддержки отечественного автопрома. Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» подразумевают 10% скидку, если машина приобретается в кредит по льготной ставке. Стоимость авто при этом не должна превышать 1 миллиона 450 тысяч рублей. Такая же скидка будет предоставляться в рамках лизинговых программ «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело». Трасса 101. Мигранты массово пошли в автошколы с просьбой выдать им в особом порядке документы о прохождении обучения, сообщает газета.ру. Напомню, что с 1 июня этого года работать водителем без наличия российского водительского удостоверения в нашей стране нельзя. Некоторые иностранцы, говорят, в автошколах решили сесть за парты. У них крайне низкие знания ПДД, а вот с вождением дела обстоят неплохо. Трасса 101. Убыточность автогражданки для страховых компаний растет. Есть регионы, где ситуация с этим улучшилась, но положение дел в целом по стране ухудшается. По словам руководителей Российского союза автостраховщиков, положительный эффект от введения ремонтного ОСАГО станет очевиден не скоро, примерно через год-полтора. Трасса 101. Камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД – это инструмент выбивания из водителей дополнительных денег в бюджет. Так считает большинство – 52% участников опроса, проведенного изданием «За рулем». Только каждый девятый респондент уверен, что наличие комплексов фиксации на дорогах положительным образом сказывается на безопасности движения. Главная задача камер – повышение водительской дисциплины. Так думают почти 30% опрошенных. В конце июня стартует выпуск нового поколения Volkswagen Polo. В основу машины ляжет иная платформа, благодаря чему ее салон станет просторнее, а общая масса ниже. Ожидается, что в линейке двигателей появится экономичный однолитровый трехцилиндровый бензиновый агрегат мощностью 65 лошадиных сил. Все подробности станут известны на презентации новинки в середине июля. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101. We'll be right back.